Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я снова ездила в магазин Лента. Каждый раз, когда я туда езжу, я показываю вам свои покупки. Иногда, конечно, у меня заскакивает в магазин муж, что-то там докупает, хлеб, булочку, ну так, по мелочи, ну, всякую ерунду. Такое, конечно, бывает, но не всегда, кстати, не каждую неделю он заскакивает в магазин. Так что, кому интересно такое видео, продолжайте смотреть. Итак, вот мои покупки из магазина Лента. Значит, у меня получилось где-то почти на 6 500. Это мои мужики. Они, кстати, сидят, ждут виноград. Нет, я жду вот это. А я жду вот это и виноград. И виноград, да. Ну и начну я отсюда. Здесь мясо. Купила ножки куриные. Это любит младший сынок. Да? Да. Да. Потом купила кусочек. Это у нас что получается? Корейки свиной. Кстати, хороший кусочек такой, нежирный. И купила говяжий фарш. Так, дальше купила, впервые увидела вот такие пельмешки, ну как это, вареники. Быстро и вкусно для паста, вареники с картофелем и зеленью, а также вареники с картофелем, овощи на гриле, вот такие. Взяла две упаковки попробовать. Дальше пельмешки Цезарь взяла, вот такие у меня муж их любит, именно Цезарь, вот эти, и еще какие-то сибирскую коллекцию, по-моему, я уже не помню. Вот, дальше колбаску, нравится она нам, сардельки, как всегда. Вот такая вязанка стародворские. Сардельки я покупаю, у меня муж с утра жарит яичницу или сардельками, или сосисками. Последнее время очень ему нравится именно сардельками. Вообще у нас что-то полюбились сардельки как-то. Он у меня просто, ну, бывает, не обедает на работе, поэтому, ну, в связи с работой, поэтому он очень плотно завтракает у меня. Так, дальше. Два кусочка сыра. Вот такой брасовский сыры какой-то, не знаю, тоже что-то первый раз увидела. Вот. И, как всегда, российский сыр. Дальше. Творог пискаревский. Любим. 4 упаковочки. Дальше здесь у меня молоко вот такое. Тоже я уже отвечала, почему я беру именно такое молоко, а не вот в таких бутылках. Потому что как таковое молоко у нас никто не пьет. Это у нас пьет кот, кошка, иногда мама даже собачки может немножко налить. И в кофе добавляем. Поэтому вот такая, вот такую беру. Если бы кто-то пил, я бы, конечно, брала бы какой-нибудь, ну, такое, которое там типа из серии 7 суток. Дальше взяла кефир. Мама попросила. Очень понравились оладушки, которые она делала с дрожжами, и она делала из активии. Сейчас она сказала купить кефир какой-нибудь недорогой, но я взяла вот этот пискаревский. С него мама сделает оладушки. Также вот такую актуальку, у меня очень любят ее дети, это сыворотка и сок. Появились вот такие новинки, неоновые мохито. Кстати, у меня их еще и муж тоже любит, он бросает себе в машину, когда где-то разъезжает, он их пьет. И вот такой дикий апельсин манго. Это вот две новинки взяла. Так, дальше кефир 1%. Мама у меня любитель кефира. И набрала тут всякие тоже активии. Вот я долгое время не покупала, а сейчас муж что-то такое, типа, ты давно никакую молочку интересную не брала. Ну, в общем, набрала тут ему. Вот эту, кстати, тоже я люблю. Ну, вот такой формат. Единственное, что вот этой трубочкой, когда вы выпиваете, надо хорошо взбалтывать, потому что по краям там много остается. Я обычно вообще даже не трубочкой, а ложкой оттуда все достаю. Или, то есть, скрываю вот это вот и достаю ложкой. Или трубочкой, то есть машину, если я, допустим, с собой беру, то я трубочкой оттуда все выковырю остатки, потому что все остается вот здесь вот на стенках. Вот, значит, вот такую, вот такой у меня муж любит с бананом, ему две купила, я, кстати, вот эту люблю, которая с манго, да, вот, потом вот такие питьевые активы, кстати, тоже появилась новая, я до этого не видела, вот такая с лаймом и мятой, мне, наверное, мужу очень понравится, он любит такое, я люблю вот такую активию со злаками, купила две такие, вот.
Ну, мама тоже у меня иногда пьет. Дальше сметана 10%. И вот этот сметанный соус нам больше всего понравился именно с огурцами и зеленью. Как раз, наверное, к примешкам будет очень вкусно. И у меня спрашивали, где, в каком отделе можно найти вот этот сметанный соус. Он находится там, где кефир, и в том числе там, где майонез. Я вот сегодня увидела. То есть и там вот эти соусы стоят. Так, дальше здесь у меня томатная паста. Вот в таких упаковочках, кстати, очень удобно. Мама все время меня просит в таких упаковках. Есть еще 365 дней вот в таких мягеньких упаковках. 365 дней тоже иногда покупаю. Ну вот, ну получается дядя Ваня дешевле. Вот. Также купила чай Гринфилд. Это я купила себе, потому что сейчас пытаюсь себя отучить от кофе. Потому что кофе я пью очень много, девочки. Иногда бывает больше 3 кружек в день. Чтобы себя отучить, взяла обычный чай, потому что я чай с добавками не очень люблю пить. И максимальная добавка – это для меня ромашка, какая-нибудь, не знаю, цедра апельсинки. Остальное я не особо люблю. Так, 2 упаковки соли, вот такую обычную, без добавок, каменную, которую крупного помола, мне мама все время такую просит. 2 упаковки сахара вот такого 365 дней. Так, дальше. Хлеб тостовый, хлебный дом любим. Оладушкин. Обожаем, у меня, правда, помялся в пакете. Вот такой батон 365 дней я обычно беру маме на котлеты. Она просит, она его сушит полностью весь и потом на котлетки использует. И еще вот такой взяла фермерский. Это тут тоже у меня раскрылась какая-то новинка, не знаю, каравай марка. Вот. Он был такой прям мягенький-мягенький, я решила его взять. Так, дальше детка на завтрак Несквик и вот такие подушечки молочные, очень мне нравятся. Вообще, ребята, очень классные вот эти вот завтраки именно. Так, дальше здесь у меня уже пошли фрукты, овощи. Фрукты, значит, яблоки вот такие взяла. Они, кстати, были со скидкой Айдарет. Потом также взяла мандарины Марокко. Не знаю, вкусные, нет. А здесь у меня помидоры. Ну, кстати, помидоры, огурцы сейчас вообще очень плохие все. Вот такие взяла. И что-то черри там практически не было. В общем, не знаю, с помидорами, огурцами беда. Так, также взяла грушу. Вот такую Вильямс. Она тоже была со скидкой. Видите, по 70 рублей за килограмм. Мальчишкам взяла виноград. Вот они его сидят, ждут. Я покупаю виноград немножко, потому что виноград нельзя кушать моей маме. У нее с пищеварением, в общем, проблемы. Поэтому я беру всегда вот чуть-чуть чисто детям. Я виноград люблю только красный сама. Вот, ну, сейчас помоем, они как раз мне после садика школы покушают. 2 огурчика. Ну, вот огурчики тоже выбирала. Там даже вот такие в упаковках. Ну, вот какие-то они вообще, не знаю, помидоры тоже какие-то недоспелые, ну, понятно, еще не сезон. Так, здесь у меня картошка. Я, кстати, очень часто покупаю картошку, которая эконом. И она очень хорошая, крупная. Она внутри желтая, классная. Также купила здесь у меня морковку и лук репчатый. Морковки взяла много, что-то хочу этот салат с морковкой сделать. Ну, обычную морковку там натереть с чесночком. Так, соки яблочный, мультифруктовый и земляничное лето какое-то. Дальше взяла вот такие баночки для собаки. Я беру их редко, но все же беру. Когда, допустим, мама там уезжает или еще что-то такое, вот, ну, не успеваем сварить ей кашу, берем любую крупу с такой баночкой, она с удовольствием кушает. Вот такой корм Пурина. Со спирулиной первый раз, кстати, увидела такой. Это, я так понимаю, тоже какая-то новинка, судя по тому, что тут написано. Взяла своим врединам попробовать. И также у Феликса появились вот такие пакетики. Называется суп. Я так поняла, это для тех, кто любит вылизывать одно желе. Это как раз про наших котов. Вот. В общем, набрала тут. Они, кстати, стоят что-то 13 или 14 рублей. Вот, так что, ну и пакетик сам поменьше, я так понимаю. Видите, здесь 48 грамм, а в обычном пакетике в таком 85 грамм. То есть в 2 раза меньше, но и в 2 раза дешевле.
Ну, не знаю, в общем, попробуем. Тут разные вкусы. Говядина, треска и курица. Ну, еще до кучи взяла вот такие. Так, и 3 десятка яиц я беру, которые вот эти 365 дней C0. Очень мне нравится. Так что вот такие вот у меня были покупки. Сейчас вам покажу чек. Вот чек. Итого сумма у меня составила 6448 рублей и скидка 1214 рублей 10 копеек. У меня, кстати, кто-то спрашивал вообще, почему такие цены, но я, насколько я знаю, ну, то есть, что цена товара без скидок, цена товара со скидками, и, насколько я знаю, эта лента делает для того, что для, ну, типа, маленьких ИП, знаете, перекупщиков и так далее. Вот сумма, которую я отдала в кассу, 6448. Ну, НДС, понятно. Вот, а это общая сумма скидки. То есть, без скидки было бы, ну, 7600 с хвостиком. Вот так вот. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте пальчики вверх. Всех люблю, целую, до новых встреч!